В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, что с немецкого можно перевести примерно как «любимый слуга», в окрестностях Тюза приключился лютейший замес на ровном месте. Муниципальный, судя по славянской физиономии пилота, муниципальный автобус ткнул носом в правую бочину белую Toyota Camry, которая попыталась перестроиться в правый ряд прямо перед носом автобуса. Теоретически автобусник мог включить режим смирения и терпения и пропустить ближнего своего туда, куда он неожиданно захотел. Но пилот автобуса пошел по пути закона и оказался прав. Тойотошник хоть и включил правый поворотник, но, естественно, никакого преимущества перед прямо ходящим автобусом не имел и должен был его пропустить. Казалось бы, косяк камревода очевиден, но тем не менее он вылез из помятого болида и стал доказывать автобуснику свою правоту, то есть он реально считал, что он прав и автобус его должен был пропустить. Но всегда как-то глупо и позорно смотрится человек, который несет дичь и при этом ведет себя как оракул в последней инстанции. Типа докупи уже ПДД и ТД и ТП. Согласен, вызываем ГАИ. Вызывай ГАИ, значит. Вызывайте. Ты что, блин, муниципалитет-то такой умный, что ли, или что? Ты не видишь, что машина-то едет? Я не вижу, что машина едет, но он не видит, что машина-то едет. Я двигаюсь по своему ряду. По правилам, дружище, ты что, дай тебе 30 рублей на правила. Какие правила? Мужчина с поворотником едет. Что? Он что, преимущество имеет? А ты что, имеешь преимущество? Да, конечно, я двигаюсь по своему полосе. Да? Хорошо. Вызывайте. То есть ты вызывать не будешь?